Ирина, поздравляем вас с третьим местом. Заслуженно победили. Хотел бы узнать ваше впечатление о турнире, как, в принципе, он для вас складывался. Ну, турнир для меня складывался тяжело. Я приехала, как мне казалось, в хорошей форме после ЦФО. Но почему-то первые матчи, ну, для меня вообще были тяжелыми. Я поняла, что я форма куда-то ушла, и я ее по ходу турнира как-то немножко набирала. Довольны ли результатом? Ну, сегодняшним днем я, в общем-то, довольна, хотя я проиграла один матч, но борьба, я считаю, была ровной. Вот, и я, ну, у меня был шанс выиграть. А вчерашним днем нет. Ну, вот последний матч довольна, потому что, как бы, Оля шла по турниру очень хорошо, весь турнир ровно и хорошо отыграла. И я прям думала, ну, первый матч проигранный 0-3, и как-то вот думала, что, ну, на максимум старалась концентрироваться, пройти к этому матчу.